Добрый день. 12 часов 30 минут в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Очень сильно похолодало у нас. Надеемся, ненадолго. Но холодно. Вчера было плюс 3, сегодня плюс 4. Это зима-зима. При том, что все вокруг цветет. И море даже такого летнего цвета с бирюзовым оттенком. Но облачность, дождик почти такой, как снежный, холодный, колючий. Чуть-чуть вот море штормит. Но прогревается. Подписывайтесь на мой канал, получайте свежие видео о погоде. Поделитесь, какая погода у вас. Даже сегодня рыбаков нет. Наверное, потому что море штормит. Маяк наш и причал центральный. Хорошего дня и отличного настроения.